На 34-й конференции регионального отделения партии «Единая Россия» прежде всего озвучили итоги предварительного голосования по отбору кандидатур для последующего выдвижения на выборах осенью этого года. Праймериз проходил с 24 по 30 мая в онлайн-режиме во всех субъектах Российской Федерации, в том числе и в Ульяновской области. Так, в 188-м Радищевском одномандатном избирательном округе люди поддержали Владислава Третьяка. За него проголосовало почти 40 тысяч избирателей. Мы уже договорились, что все программы по всем направлениям, которые нам нужны для Ульяновской области, я буду сопровождать, буду помогать на самом высоком уровне. И, конечно, моя главная задача – служить людям. То, что я буду делать, и то, что я умею делать. По итогам голосования в Ульяновском 187-м одномандатном округе победу одержал Владимир Кононов. За него проголосовало более 17 тысяч избирателей. Все-таки депутата, у каждого руководителя есть все равно своя тема, своя грядка, которую он должен, так сказать, как бы окучивать лучше всего. Вот это все, что связано с современной промышленностью, современным сельским хозяйством, с внедрением наукоемких технологий в производство, инвестиции, инновации и создание новых рабочих мест, а значит повышение зарплат. Окончательные списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуме, утвердят на 20-м съезде партии в Москве. В начале июня была проведена большая работа по разработке предвыборной программы. На конференции ее представил член президиума регионального политсовета Сергей Морозов. Наша программа действительно народная программа, разработанная кандидатами от «Единой России». После каждой встречи мы собирались и обобщали, что говорили люди, на что они обращали наше внимание, чем они были недовольны, где требуется навести порядок с точки зрения справедливости, а кому-то просто оказать практическую помощь. Предвыборная программа включает вопросы развития местного самоуправления, дорожной инфраструктуры, комфортной городской среды, рост количества бюджетных мест в вузах, повышение статуса многодетных семей и многое другое. Секретарь регионального отделения партии Василий Гвоздев сообщил, что 10 июня дан старт большой отчетной кампании «Единой России». Более 1200 депутатов выйдут к жителям региона для того, чтобы отчитаться о своей работе за свой рабочий период. Ну и самое, конечно, главное, мы не просто расскажем о ключевых делах, напомним о проектах, которые мы реализовали вместе с Сергеем Ивановичем Морозовым на территории Ульяновской области за последние 5 лет. Но мы, конечно, и соберем новые поручения, новые наказы, которые станут основой программы партии, с которой мы пойдем на выборы на сентябрь 2021 года. Отчетная кампания пройдет до 10 июля. В ней примут участие депутаты Государственной Думы, Законодательного собрания, органов местного самоуправления. Ирина Антонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.